Всем прямо доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Уф, да уж, куда же без пятигушка. Ну что, Блунс ТД6. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты очень надо в описании под видео. Также с вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии. С меня контент, извиняюсь за свое сопение. Отдельное огромное спасибо Помидорка, Вячеславу и TheCatExp. Они знают за что. Продолжаем. Так, что-то у нас... Сила. Сила так сила. Так, способности, сила. Окей. Ну, пошли дальше, что? Среднее все. Так, затонувшие колонны. Пошли, глянем. Что это за затонувшие колонны такие? Что это они затонули? Подробности. Так. Понял. Угу. Так, и тут у нас... Ага. Тут везде можно сидеть. Ага. А тут можно везде плавать, да? Тут и тут. Ясненько. Хорошо. 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 Обидно. А чё? Не видит. Ну чё ты, блин? Всех пропускают. Ну чё, ставим подводные лодки? Да. Просто ставим подводные лодки. Что ж такое-то? Не туда я его посадил, ей-богу, не туда. О, в смысле? То есть он сюда еще и не бьет. То есть они ниже уровня. Подожди-ка. Ну ладно, сейчас, секунду. Ух ты. А как тогда? Подождите. А, забавно. Как любопытно.
Пусть будет так. Ну и теперь вот эту. Забавно, конечно, они придумали. То, что снизу она не бьет. Что она снизу вообще находится. То есть, получается, здесь мы можем расположить всякие вертолеты. И так далее, да? По большому счету. Да, любопытно. Я вообще его неудачно посадил, блин. Надо будет где-то еще эти расположить. Дополнительные просмотры, блин. Так. Они вроде как все равно стреляют, да? Тик. Там продаем, если лучше вот это поставим. Да и наверху на самом деле лучше бы. Да и наверху лучше вот эту хрень поставить. Так. И кого-то еще, да?
И кого-то еще. А что, может опять через друидов пойти? Ничего бы и нет, кстати. Шар класса Моаб. Слушай, у тебя дальность когда-нибудь повысится? Я что-то не помню. Нужно сделать третье улучшение. Урон усиленный. А, вот 16-е. Угу. Да, но это еще не скоро, да? Но это будет еще не скоро. И это очень большое горе, да? Угу. Да, я-то его посадил в надежде, что он будет и эту перекрывать. А он в итоге едва-едва эту перекрывает. А это вообще не это. Не замечает, блин. Так, Ростева. Горе не беда. Почему бы и не через друидов? В конце-то концов. Ну, она никак. Шарахают. Во. Так. Скорость X2. Хорошо, хорошо. Давай-давай-давай, есть. А, есть, влез. Я боялся, что не поместится, честно говоря. Засранцы. Прорываются и все. Ну что-то. Эй. Чуть правее. Фолированные шары. Больше шаров, больше. Продолжай, продолжай, не останавливаемся. Да, давайте сначала третью ветку качнем.
Все-таки она у нас самая нужная. Не забывайте делать перерыв. А смысл? Что наша жизнь и гора. Че, копим вот этому центровому скорость атаки. Вот это вот воплощение ярости. Да, пожалуй. Не, давайте сначала мы накопим. Понятно, конечно, что хорошо бы вот этих поставить. Но вроде они и так пока держатся. А все-таки первым делом с двух сторон, да. Вот все-таки вот этого. Сначала вот этого качнуть. Уж шманяет. Так, 6 тысяч 9 6 15 6. Ну вот этот, короче, да. Ай, обосрался. Ай, да уж, причем капитально, блин. Как обычно. Облажался. Обосрался. Так. Делаем вот так. Делаем вот так. Как они... Там. Сначала качнем вот эту штуку. Снайпер делать пока не будем. Хотя в моем плане есть один серьезный недостаток, да? Дрон не настолько хорош, как мне бы хотелось. Все-таки вот... Так, все. Давай делать на этих друидов. Друидов. Ай, долбанный 63-й раунд. Все время я про него забываю. Ну что ты будешь делать, а? Можно, блин. Опять забыл. Опять забыл.
Почему я все время про нее забываю? Сделать все-таки снайпера. Но. Там-там. Прорвались поганцы, а? Смотри, на что. Ты смотри, оно пролетело. Ну как вот она могла здесь пролететь между шпильками? Ну что за хрень, а? Чушь ведь полная. И все-таки эта чушь проскакивает. Ну, эй, алло. Так. Только первую пока. Только первую. Вижен дал. Удивительно все-таки. Я тут специально так сделали, чтобы ты чисто физически не успевал. Так, ну теперь качаем вот это. Нет, сначала молнии. Нет, сначала 2700 все-таки сделаю.
Вообще с кораблями это интересно. То есть, в принципе, воду здесь можно развивать, но только с точки зрения каких-нибудь авианосцев, например. Но они, правда, теряют часть своей мощи. Потому что сами в себе авианосец тоже ведь такая достаточно скорострельная штука. Получается, что... Как-то несколько не то. Один по прочным, другой по первым. Так. Можно, конечно, не качать второй уровень. Вот в этом пути или в этом, ну, типа громовое сердце. С другой стороны, эти молнии довольно хороши. Черт побери. Ты тяну чё? И ничего с этим не попишешь, они хороши. Слишком хороши, засранцы. Через молнии. Снайперы вроде справляются пока что. Пока что. Но это пока что. Те сейчас вроде справились. Но. Держится пока. Угу. Дальше сильнее и быстрее. Да, это тема. Тот, чтобы усилить. Да-да-да, знаю я ваше. Делайте другое что-нибудь, бла-бла-бла. Не хочу, не тут хорошо. Так, все. Порчками разобрались. А еще один сюда влезет, в случае чего. Угу. Так. Ну что, попробуем? ХЗ, может, получится. Хотя не факт.
Наверняка опять денег не хватит. Так, 6. Не смогу накопить 100 пудов. В чем проблема? Хочется, очень хочется. Мне кажется, что вряд ли получится. А вот и 60, какой там раунд. Притормози. Не пропускать эту заразу. Ну, почти. Так, 14 только. Я что-то думал, у него ж повыше уровень. А оказывается, нет. Эх, успею, не успею. Хорошо бы успел. Очень хочется. Вам тут что, успеть дронов вызвать? Ну и самолет запустить. Стрельба бешеная. Вот из минусов то, что я здесь его посадил, в том, что его дроны, они, ну, скажем так, поздновато реагируют. Не очень, конечно, хорошее место. Ну, что такое? Укрепленные, камуфлированные. Что такое извращение только придумал, блин. Садист просто. Еще, блин, 20 тысяч. Казалось бы. Всего-то 20 тысяч. Что-то мне подсказывает, что хрен там плавал. Эй, ну ты чё, блин, алё, ну самолёт, ты чем занимался-то, скотина? Офигеть. Ты серьёзно, чувак, вот я тебя нахрена вызвал-то? Пипец, ну ты даёшь, парень. В общем, да, накопление вот этого бесполезное занятие, откровенно говоря. Бесполезное. Ну самолёт, а ну паразит. Я тебя зачем вызвал, спрашивается, а? Чтобы что?
Сиди-ка ты, слушай-ка, дай ка тебе. Тут тебя посадим, блин. Не хочу ставить эту бесплатную обезьяну. Но здесь, да, тут еще одна проблема. Они слишком поздно реагируют, эти друиды. Свою ошибку, скажем так, я понял. Они как бы стоят здесь и действительно... Дело, что они поздновато реагируют. Не то чтобы совсем плохо. Нет, их можно поставить в таком же составе. Только не надо копить деньги. Надо дальше что-то развивать. Но жаль, конечно. Ну, блин, уж больно мне нравится эта тема. Так, 650, да? Угу. Вот же сейчас нас одного выстрела прошибает эти желтые. Почему в другие разы они проскакивают? Вот я думаю, блин. Да погоди ты. Не вещь я тут фигню маюсь. Все экипаж. Хрень делаю. Всякие хрени. Так. Через что? Наверное, одну через низ, другую через верх. Да. Перезарядку побыстрее. Эй, ну хорош, блин, ну не пропускайте вы их, а.
Ну, два дрона. Глядишь, так будет веселее. Опа, не подумал. Или подумал, но забыл. Наверное, подумал. Дай до троечки докачаем тоже. Да блин. Нет, я хочу вот это. Так. Ну что, попробуем все-таки опять друидов поставить. Не справится. Ты должны вроде. Все-таки удивительно, да, как вот это сделано, я имею в виду. Ну. Реально я не понимаю этого прикола. То есть он ровно качается в тот момент, видимость, но ровно после вот этого вот уровня. То есть ты либо как-то ухитряешься этот вопрос решить, либо ты ошибаешься. Забываешь, ну как я. Сидишь, потом кусаешь все сразу. Давай, давай, давай. В смысле? Серьезно? Ой, я забыл нажать. Ёшкин кот. Дронов кто выпускать будет? Блин! Я мудак. Чуть мне сегодня вообще не прет. Может остановиться, а? Может что-нибудь другое поделать. Я про дронов забыл, реально. Я просто банально забыл про дронов. Я банально забыл про дронов, офигеть. На мой обид надо было дронов запустить, чтобы они, чтобы не прорвал, не прорвались эти засранцы. Это нам не надо. Блин, как я мог забыть про дронов? А ну что такое, ёлки-палки?
Может забить тогда наверх. Пока найти молнии. Пока что. Как бы я его пробил в итоге, но все-таки недостаточно эффективно. Эффективно. По два шара любого типа. Уйди. Не видно, чтобы у него как-то атаки ускорялись, блин. Честно говоря. Вроде он атакует, атакует, но какой-то прям... Или имеется в виду, пока он атакует по одной цели? Хз, может быть. Но если так, то это, честно говоря, такое себе. Нет, молнии пока не делаем. Пока что идем через 1-3 до определенного момента. Вот до 650. На 2000 не заходим. Ну-ну-ну, давай. Так, невидимок он должен сам, этот Этьен, сам с ними разобраться. Ну, усраться вообще, блин, пропускали просто все. Yeah. Серьезно, что ли, блин? Без вот этого товарища вообще никак, да? Точнее... Без вот этой вот штуки, да? Ладно, хорошо. Твердые колючки пробивают два шара любого типа. Хорошо, уточнение. Встречаем ваш камуфлированный шар уже. Ничего хорошего от этой встречи не было.
Что-то петь, ну... Как он проскочил? То не проскакивает, то проскакивает. Ну что это такое, а? Вот. Вот теперь правильно. Блин. Ух. Три 600. О, самолет появился, это хорошо. Самолет — это замечательно. Может быть, даже с ним что-то получится. Да в смысле? Да чтоб тебя, а? 49-й раунд? Прались, сволочь. Да идите вы нахер, надоело, блин, уже. Сколько можно время тратить? Да, ну, на самом деле, ну, блин, уже... Чё-то сегодня вообще не прёт. Я честно пытаюсь страдать фигню, мне не получается. То есть у меня получается. Она меня утомила. Это фигня. Так. Дайте-ка мы сделаем вот так. И что? Все? Серьезно? Ну ты серьезно, а? Пусть будет подарок джунглей. Тихо, они бы провались, и черт их побрал.
собака такая. Давайте всех ускорить. Быстрее. Главное, тебе даже не 63-й раунд, а? Это самое обидное. Ладно, был 63-й, а это 40... Какой там? 8-й был? Самое обидное, черт побери. Ну как так-то? Не пропускать их. Блин, сволочи. Все равно прорываются. Ой, извините. Эй, куда ты? Пока что вроде держимся. Вроде бы. Забыл. Вот так постоянно. Так. Ну что, на снайперах сосредоточимся? Да черт ты знает. Кого тут лучше сделать? Наверное, все-таки да, давайте. Или на вертолетах. Да, о, тише. Ты че? Тебе, по-моему, все-таки самый правильный вариант это... С
самолет. Ну, у вертолета проблема в том, что он как бы следует за целью. То есть ему надо быть перед целью, чтобы стрелять. Ну, рядом, короче говоря. Самолет в этом плане лучше, он просто хреначит как бы по врагу. То есть вертолет может банально не долететь немножко до цели. То есть, допустим, он будет здесь, цель здесь, в это время как проскочит. Будет очень обидно. Давай. Ну. Все-таки самолет в этом плане со своими отслеживающими дротиками очень хорош. Прям. Пусть бьет пока по первым. Дадим ему скорость и все такое. Так. Ну, сейчас должны уже дойти. Что-то я уж... Все-таки это будет слишком... Ух ты, сю-сю-сю, а? Блин. Подлюк, а? Не, ну вы это видели? Не отступать, не сдаваться. Фу, ну ладно. Конечно, пришлось немножко потратить денежков. Ну, что ж поделать, целее. Давайте позорно сольемся на ближайшем Б... Как его там? БДТ, ТДБ и так далее. Ну, вы знаете, о чем я. Обидно, конечно, но это 8000 очень полезная штука. Хотя, конечно, можно было им десятку, чтобы денег побольше зашибали. Ладно. Вообще, кстати, вот здесь можно пулеметчиков поставить. Я сейчас подумал так. Ну, правда... Тут очень на коротке они будут работать, да? Ну да, такое себе. Что лучше этих. Че? Да ладно, ну ты че? А, вот. Следуйте, говорит, за мышью. Все, сам летай. Mm-hmm.
А, самолет прокачался. Чуть, смотри, думаю, чуть, кто мне тут? Откуда ракеты летают? Все правильно. Шесть штук сейчас поставлю таких. Ладно, блин. Уж прям не хватило. Да, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. А восьми хватит. Восьми вполне достаточно. Ничего себе! Удержались. Вот это да. Не ожидал. Честно, вообще не ожидал. Совсем-совсем не ожидал, что выдержим эту волну. Приятная неожиданность.
Но сотую нам точно взять не дадут. Тут я даже не сомневаюсь. Ну ладно, нормально. Ну что-то сегодня, конечно, вообще так хероватенько получилось, откровенно говоря. Видите, что-то со мной не так. Ого, да еще и время сколько ушло. Ну ладно, что, бывает. Бывает и такое, бывает и сякое. Может, настроение не очень, может, состояние не очень. Может, еще что-нибудь, не знаю. Всякое может быть. Вам чего? Ежедневное, не хочу, не хочу. Не хочу. Короче, ладно. На этой не хочушной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты очень надо в описании под видео. С вас лайки, дизлайки. Нет, всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопок по чудесному кучечку. Увидимся в следующей серии Блумс ТД6. Безоговорочная форева, если есть настроение. Как-то так.